А что тут за скандал? А что вы орете? А я не понял, что тут за разборки? Тут общая территория. Че орешь? А? На. Ты красивый, как тигр такой. Боже, как ангорка. А ты что горланишь? Лохудра. Тут кудлатый вообще главный. Ты кто такой? Я тебе палаю. Какого ты хрена? Он такой, как и ты. Знаешь, такой красивый. Это он сейчас пометит. Знаешь, такой красивый. У него как будто лама сверху. Вот такое красивое, красивое. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Придурки. А оруть. Устраивать разборки тут. Танька, патефон, вставай. Танька, пластинка. Мам, вставай, сейчас будем ехать. Одевайся, Юля уже едет, сейчас будем ехать, да? Да? Да. А что мне одевать? Что тебе одевать? Ну, платье какое-то один красивое. Яке? Яке в тебе есть? Сейчас открою. Вот ты что Неля давала, длинно в пол красиво. Неля? Да. Я таке длинное. Илона. Неля Я давала. Чёрная такая, да? Длинно в пол такая красивый сарафан из тебя. Какой сарафан? Дивись. Вот. Вот. А, длинна. Це Неля? А я не знаю, кто це мені висилав. Я ж коротше делала. Красиво у це одягає, да. Да. А наверх що? Воно ж без рукав чи з рукавом? Як без рукав? З рукавом. Да? Да, рукавчик. А що длинна, нічого? Ось такий рукавчик. Так ти не туди дивися, ти дивися на кофту. Вот рукавчик. Ну, платя, так. Ну, як на кофту? Ну, що одягати? Ну, одягаєш, тобі говорю. А сверху лолену кофту накинь за 700. А сверху лолену кофту накинь за 700 доларів. Яку кофту? Лолену. А це чиє? Це мені Олекса висилала з Москви. От эту кофту. Ну, одягни це платье і кофту. Ну, а не що, що воно довге, то довге. А що воно довге? Ну, ти його подшила. А що? Так. Гардероб? Блін. Надя, вибирай тобі тут що. Що? А що ти вибираєш? Та не знаю, що я діть. Ну, я думаю, платье оте. Яке? А он я положив туди. А воно довге. Красиве. А сюди? Ну, так а тобі що треба? Ноги короткі показати. Ні, не покоротше. Я просто кажу, нічого, що довго, на вершок. А що нічого? А що ти хотіла? Коротке по колено? Васильівна, одіньте оте, що мені подобається. Де воно? Яке? Оте таке плечисте. Давай тебе вже Юля буде ждати. Надо а таксі визивати. Вона не буде підніматися, таксі треба визивати і їхати. Та щас, підожди, ми ще не йдіть. Ну, одівайтесь, все, я виходжу, одівайтесь. Так, а що одівати? Давайте. Що хочете, одівайте, давайте. Скоріше. Що? Яку? Подожди, яку тобі одіти? Яку одіти, показуй. Так. А ну, одверни. Одверни телефон. А ну, поки. Одверни телефон, кажу, я примірю платье. Я в цьому не понимаю, Надя. Одевайте, що одевайте. Пирожки, кстати, все собрали. Это Надя на Ірині жарила, не нам сюда їсть. Мы просто попробовали и все. Все, я попробовал, я больше не буду. И мама тоже. Поэтому это увозится на Ігрень, чтобы вы понимали. Лучше клубничку кушать. Надя надумала переезжать в Днепр. Да. Да? Ну, хорошо. Это хорошо. До Юли. До Юли. Вызвали такси. Сейчас. Можно было у меня вот. Так может оставить. Сам, может, извиняюсь, поставишь. Поставить, да? Часы. Ну, давай. А куда поставить? Дайте я скажу.
у коридоре. Первый шкаф сопел. Это еда. Первый шкаф у коридоре сопел. Первый шкаф, есть это, ваза, у вас она борит цветы, забыть, и поставь. Первый шкаф. Да подожди. Так ты уже едешь, первый шкаф. Ну ничего. Алло, да. Да. Ну, классно. Оль, пойдем со мной. Крылышки, колбаска, рыбка. Кого ты кроликов? А на удочке черта есть? Вот это красивая штука, ребята. Вот это красиво. А мы же пришли. Пошли со мной. Ну, пожалуйста. Покажи мне королей. Вот там в углу стоят. Отсюда, а ты отсюда что не видишь? Черная бьется, белых берите. Еще и как побьют тебя. Двое не бьются, а черная бьется. А другая бьется. Вам дадут плед. Долька в трусах. Я бачила, уже другие годили, было вот-вот света, трусы. Да, что ты не хочешь, кур? А, уже не боишься? Ну, хорошо, дровами пахнет, хорошо. Ты берешь, Кат? Вон, такие большие. Что это? Да, я хочу, чтобы Саша попадал. Боже мой, боже. А что за черное бьет? Сюда, наверное, на топор. Током, током. Она 220. Самвелка, можно на вешалке висить курточка, принеси дядьку. Ага. На вешалке. Ага. Задние подними, под себя, под, да, возьми, да, чтобы она оперлась, чтобы на них, ты же понимаешь? А у меня можно стричь ногти? Она красивая такая, смотри. Она не укусит? Нет. Не, не. А у нее такие когти большие. Ой, красивая. Зайка. Слушайте, а что у них мутные глазки? Тебя съедят. В смысле? Прямо. Ты что думаешь, для не, красоты? Не, будут, будут. Не? Будут, да? Это прям будут. Тоже. Прямо не это? Будут. Прямо сейчас ей везут. Вот так надо под зад положить лапки. Такие вот так когти, вот. А я там ложу, а там такие... Вот, когти. Держи ее. Возьми. Не умеете держать. Вот так, держи хорошо. Вот так? Нет, под мышку возьми. Передние лапы брось. Под животик. Вот так, да? Ну да, да. Чтоб она опиралась. Как кота вот берешь, чтобы она опиралась на задние лапы. Она чем-то больна. Чем? Триггером. Нет, посмотри, у нее глаза мутные. Ну покажи. Вот посмотри, с моей стороны у нее мутный глаз. Видишь, наполовину? А, да. Она стоит. Этот глаз нормальный. А то катаракта, да, по-моему. Катаракта. Или катаракта, или глаукома, да? Ну, что-то с глазом. Видишь? Да, я же говорю. Или катаракта, или глаукома, да? Бельмо, да. Бельмо. А тут нету. Нету. Видите, такого, да? Нет. Ну, посмотри сама. Я тут что? Тут глазик хороший. Да, это глазик хороший. А, бельмо, наверное. Пошел. Зайка такая. Боже, сразу маску вспоминаю. Знаешь, какая она мягенькая? Угу. Когда берешь? Это правда, да. Ой, вообще, какая масенька была хорошая. О, красавица она моя. Какой, ой, как она была пушиста. Ну, дома их держать, это такой ужас в квартире. Воняет, да? Все, нет, не воняет, они все грызут. А-а-а. Провода, деньги, все, что вот не попадется под руки, шнура, ну, телевизора. Да, возьмешь, а тут таких, бери, не бойся, бери как кота, вот под задние лапы, только бери, лишь, бери. Держишь, да не бойся. Бери. Ну ты что будем ловить тут под воротничок? Бери, хорошо. И под задние лапы, под нижние, под ничего, нижние. Она не сильно вырывает. Вот этой рукой? Она такая тепленькая и мягкая, да? Да, вот так взяла. Скажи, классно, да? А что у нее такие вот это желтые лапки? Ну потому что она писая, моча, да. Боится? Да? Да, она боится, они же пугливые. Это же заяц, конечно, пугливый. Зайка. Такая хорошенькая. А так носиком смотри. И надо до клеточки нести. Пахнет. Да, чем? Козочками. Козочка? Она, да, она как молоко. Угу. А, как молочком, скажи, да, таким? Да? Козьим, да. Козьим молоком. Папа. Да просто молочком вот таким, тут понюхай. Смотрите, ее. Как она носит. Класс, мне так нравится. Только носик у них не обычный. А лапки вот эти желтые, потому что она ж мочой, понимаешь, она ж писая. И вот это топается, ага. И она красится со временем. Ну, что, нет. У маски чистые были, ну, лапы, смотри, только последние. Прямо там, вот под низом. Видишь такой? Какой, да, это, да, да, вот там, вот, да. Вот это ага. Место. Да, это в маске так и было. Ну, так и хорошенький. Зайка. Но мягкий. А глазик мягкий. Действительно, видите? Да, видишь, что с глазиком, я же говорю. Вам не видно, наверное, тут на видео. Ну, такая, как такая поволока ужливая. Какая-то, такая мутная. А если ее отпустить, она будет трогать? Причем не, собаки, на всем, не на всем глазу, а на части глаза.
Ну, конечно, что это за всадник без головы, я не знаю. Что это за... Что это, я не могу понять. Не знаю, а что это такое? Это новое. Это да, это македонский был лысый, большая голова. Новая. Да, красиво. Экскурсия на Игрине. Новая лавочка. Лавочку Коля уже показывал. Кстати, красивая лавочка, да. Мне нравится. И такая, ну, с хорошего такого. МДФ. Ну не очень удобно, что он рассказывал так удобно. Да? На спина, видишь? Подушки можно привязать туда. Да, вот если подушку, то будет. Да. Я помню этих хорьков. Да, считали еще. А это живые мне глаза? Подарили. Ты живые? Ну, нет, навряд ли это пуговицы. Живые. Нет, это не живые. Это мне мужик подарил. Дивись. Я не хочу смотреть. Почему? Смотри. Ты это шубку же... одела, смотри, раз. Себе это на шею. Носик себе вместо слюнявчика, раз, выпернул. А это для чего? А это знаешь что? Ты берешь, не, ты берешь вату или бумагу, напихаешь, и они как бы живые. Не-не, заворочено. Это же охотятся. Надо Вилли Долю учить на Харькове, чтобы они ловили на запах. Она боится, надо не... Видишь, у нее бельмо на глазу, Андрей, видел? Видели у нее глазиком что-то? Я видел. А когда покупали, уже было? Так, а убирайте. Ну, она говорила, что не будет проблем. Она говорила, чтобы только убирайте, за ушами смотреть. Не Где все клетку ваша? Никакая проблема, слепа будет. Да, она не будет видеть на один глазик, да? Дайте, я пусть грызу тут это вот вообще. Не-не. Какую-то. Не-не, Вилька... Долька, смотри, Долька уже... Прыгает. Неси, неси, бы она за хвост сейчас схватит. Ой, возьмите кто-то, я боюсь. Но. Я боюсь. Да. Дай сюда. Кролик. Орсик, привет, зайчик. Ты в туалете сидишь красивый. Лорд Барс. Да, милорд? Милорд красивый. Тебе все хорошо? А что это у тебя тут такое? Мне что-то не нравится. Ага, нормально. Нормально. Красивый зайчик, уже не хромаешь. Я тебе казал, что ты будешь жить здоров. Казал. Казал, Барсик. Казал тебе. Казал. Да. Красавчик. Курт обалденный. Это Катюшка принесла. Как красиво выложила. Кумкват. Черника. Клубника. Катя, это что, стабилизированный мох или что? Только да? Его, да. Что, серьезно? Для, да, для декора. Ну, видишь. Ну, не тот, который... Ну, я понял. Но это мох, да. Ты таки правильно назвал, я, да, похоже на... Я по-быстрому просто, чтобы не пустой торт, а чем-то украсила. Красиво очень. Что-то лаваться, а лаваться не для такого. Такой приятный запах. С моим неслушающим носом. Это было первое кофе лаваться, которое я привез из Франции. Мы взяли... упаковки ловаться, да, и все, и я Ире дала, она, боже, какой кофе, она обалдела, сестра. Ну, я раньше пил кофе, я сейчас вообще отвернула. Но дома кофе, а вот нет ее, вот, Андрей, едет или в Касана, или в Барсик, перестановка, да? Там только есть. Вот есть ловаться, в Лесельпо есть, там есть много там здесь. Есть Ора. Нема места тебе, не да? Такая, Барсик, це під тебе обойки клеїлись. Під тебе красивого клеїлись обої. Це під тебе краса. Мені навіть не так більше нець. Ось тут що-то у нього. Чи збита шерсть, чи що? Так, збита шерсть. Видно, що ти туди. Воно тут було неплатно, але воно тут було... Ось тут де збить кусочок. Что, торт выносить или надо резать? Сейчас я сделаю, как Катя. Говорит, там резать. Я мне все равно, как хотите. Кстати, а вы попробовали шампиньоны? Нет, как нет. Ну, ты что сделала сегодня? Где шампиньоны? А я на стул ставила. Где ты ставила? Ну, та же вы... А, на стул... я думала, это закатка надо. Нет, это... Так, и я думала, это закатка. И я подумала, это закат. Я сегодня все сушила. Перец, зелень, кабачок, шампиньон. Не, на камере она не очень красивая. Но она очень вкусная. Вкусная, да. Я думала, это закатка. Нет, я сегодня сделала буквально... Это Юра сказала, кто-то сказал, что это закатка. Это я сказала, закатка надо. Но я подумал... Смотри, кот хочет есть опять. Зайчик, ти ж не голодний. Тільки що з'їв ту шампіньйон. Брехливий страшно.
Брехливий, страшний, да? Як всі коти. Він уже дається Владі. Як всі коти. Хотів забрати Барсика. Та ви що, да? Ну, Коля написали, говорить, якщо б горіти, то ви б дали зараз кота. Та ні, дуже шкода. Ви водас. Здрасте. Та він сам не уйде, скажи, бо, скажи, я всіх нафіг пішли. Мені коли-то Томаса просили купити, та, там, муж з жіною. Ні, ну, я так зрозумів, що вона їхня, бо хазяїна. Я тільки, це саме, за 10 тисяч доларів предлагали. Да? Да, дочці подобається, я говорю, а скільки ваша дочка? Продайте дочку. Да не, она даже вот не Барсик до такой степени привык, он на улицу выходит, Катя. Зайчик, тебе тут хорошо, я знаю. Дружок. Повезло тебе под старости, да? Повезло тебе, зайчик. Наверное, это не решилось. Так он три недели, он уже три недели мучился. Да, я посмотрю. Он уже какал и мявкал, прям так. У нас тут свекровь, мои, наша собака, наша тоже. Пекинес, она да, такие запахи были, пока сама не была. Мы нам говорили ее, но мы не смогли. Я не знаю, я не сторонник усыпления, не знаю, почему. Не, ну когда да, мучается животное. Да, может быть, я не права. Это гуманнее. Это, еще хочу сказать, сколько у нас человек, два человека питков, и остальные. Я только чай без сахара сыт. Що ви тут робите? Спимо. Спимо? Мама, ти спиш? А що ви будете пити? О, Саша шашлик принес. А що ви будете свіженький пити? Чай или кофе? Чай. А все та питала. Все будуть чай? Ну, да. Раз, два. Мама, ти чай будеш? А где Юля? Мама, якби м'ясо предложили, якби біля шаші трішки. Самбельчик, полчашечки. Полчашечки. Мама не любитель чаю. Я не люблю, але треба. Їй би м'ясо ото поїсти, жарену картошку, я так нахираю. І той чай до сраки. Едік по телевізору каже, мамка їсть амаранту, а я люблю, каже, картошку і помідори. Так і я люблю. Дивлюсь, кажу, і я, синок, люблю, так мені не можна. Було в селі, Андрюха, живе, да? Такий торт. А, це ти привезла мене, да? Отакі от помідоріки розові свої. Катя там красивий теж торт з стеклом. Собираєш всіх помідор, салатяку, цибуля, я їй чесничок додавала свіжий туди, олійку пахучу. І картошку сковородку на стіл, бех. І не мог, і я люблю, щоб аж розова була, прижарена. А саль, сальцом і з луком? Ковуряє на дні, щоб жарене взяти. Ой, а зараз кажу, синок, і я люблю, так мені не взяти. Я кажу, я помідори люблю. Я люблю от цей салат з помідором з маслом, без огурців. Лук, лук, ні, а я от лук, іменно репчатий, і помідори. І все, да. І масло підсолнечне, без надо, огурців, без редиски. Не треба ні укропа, нічого. Да. Помідори, цибуля. Прикришив, хороше масло і картошка. Сховорок, і жарена так, картошка. Жарена картошка. Так, це вкусно. І красиво, навіть вкусніше зі сковородки, як всіх тарілок. Вкусніше, ніж, так. Да. Наша картошечка така хрумтяча. Да, да. Так, так. А де мій телефон? Там був, там немає телефону. Вона вкусна на олії, а на смальці теж вкусна картошка. Ку-ку. Там нікого немає. Я там телефон, по-моєму, свій ставлю.